Международный молодежный онлайн-форум «Общественная дипломатия Интер-ЕС 3.0» открылся с экспертной сессии, основной темой которой стала общественная дипломатия, субъекты и мероприятия. Его организаторами выступили проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия-БРИКС» совместно с Фондом креативных индустрий Ульяновской области. Молодежь тянется как к глобальному диалогу, к общению между собой, так и испытывает огромный нескрываемый интерес к взаимодействию с Россией. Форум будет проходить 2 дня. В первый день эксперты уровня МИД, Росмолодежь, Россотрудничество и крупных организаций расскажут о том, что такое общественная дипломатия, кто является акторами и какие варианты активности в сфере общественной дипломатии существуют. Знаковое мероприятие, собравшее более 150 участников из 29 стран, таких как Аргентина, Бразилия, Камерун, Китай, Колумбия и других стран, является важным шагом в укреплении международных отношений в условиях санкций и глобального кризиса. Таких проектов очень важны, потому что через этот проект молодежи узнают побольше о публичной дипломатии, почему это важно и каким образом это укрепляет межгосударственные связи. И для молодежи это очень важно, потому что у них разные понятия о общественной дипломатии. Делегатов форума приветствовал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. С огромным удовольствием приветствую вас на этой уникальной площадке общественной дипломатии. Сегодня здесь собралась инициативная, активная, заряженная на позитивный диалог молодежь. Именно вам, друзья, молодому поколению разных стран и континентов, в будущем предстоит разговаривать друг с другом, взаимодействовать и сотрудничать ради мирового процветания и благополучия. Результатом форума станет формирование банка идей, способных решить многие мировые вызовы, выявленные во время дискуссий форума. В дальнейшем эти идеи станут основой проектов, которые представители стран БРИКС Плюс смогут реализовать на своей территории. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.